Всем привет! Добро пожаловать в Волокна Пару. Сегодня опять хороший, не жаркий день. Ну, он и не холодный. Опять же, 28-29 градусов. Но для меня уже здесь все, что ниже 30, уже классно. Вот. И наверняка возник вопрос, а что мне подарили? Сейчас покажу. Аня, согласовав со мной подарок, подарила мне такие же наушники, вот как у нее, и привезла мне их сюда. Ну вот кто очень наблюдательный, уже видели, что я с этими наушниками ходила. Очень удобно на самом деле. Я потому и согласилась на них, что... Ну, у меня есть проводные наушники, но они, конечно, ужасно неудобные, они вечно путаются в сумке, эти проводочки все, они вечно, у них какая-то конструкция, даже у Apple-овских, очень неудачная конструкция. Мне кажется, что у меня какие-то уши, я не говорю, мне кажется, у меня какое-то строение, что у меня от всех наушников болят уши. Она говорит, ты просто их носить не умеешь. В общем, короче говоря, вот эти наушники очень на самом деле удобные. И главное, можно с одним наушником вообще ходить. И второй не доставать. Ну, если вот мы где-то с ней переговариваемся. Я вот, например, была в этом американском магазине. Мне нужно было с ней согласовать, что брать. То, что она заказала... побольше, чем в итоге я купила. Ну, чего-то не было, в общем. И очень-очень мне этот подарок понравился. Большое спасибо, Анечка. А кто-то нам писал, да, что взяли моду в этом году друг другу на дни рождения дарить вот именно эти наушники. Нет, очень хорошая вещь. Я же говорю, я не все эти вещи принимаю и не от всех в восторге. Но от наушников я в восторге. Вот, и не знаю, я сама себе сделала подарок. Я не знаю, интересно вам или не интересно, но такой, как бы, не материально неценный. И он для омоложения. Вот, кстати, давайте вы угадаете, что я себе купила в подарок. Напишите. Значит, нематериальный подарок и для омоложения. Прикольно будет, если кто-то угадает. Но если не угадаете, никто, я завтра расскажу. Вот я себе готовлю обед. Это, я не знаю, как солянка, сате, как назвать. Кальмары, баклажаны, кабачки, помидор и... Все это заправлено оливковым маслом, естественно, с молотым чесноком, молотым луком и укропом. Пахнет обалденно. Слышите? У меня за окном. Пляски, наверное. Ну, в общем, это мой обед. То, что я приготовила, я вам рассказала. И вот эти хлебцы, ну, безумно вкусные. Я вам их тоже показывала. С оливковым маслом и с томатами. Приятного аппетита. Я сегодня читала комментарии. И два вопроса могу ответить. Но первый вопрос будет долго, по-моему, звучать. Олганов спрашивает, в каких городах России вы были, кроме Санкт-Петербурга? Ну, на самом деле, я во многих городах была. Начнем с запада, да? Ну, вернее, нет, начнем вокруг Москвы. По всему Золотому кольцу я была, и Владимир, и Ярославль, и Рязань, и Тула, Пенза, Калуга, какие там еще города? Краснодар, Сочи, Крым, Ялта, Севастополь, Симферополь. Это вот что касается этого региона. И дальше я была и, ну, в Свердловске я была, а не в Екатеринбурге.
давно это было, в Иркутске была, в Новосибирске была. Единственное, где я не была, это Дальний Восток, Алтайский край. Вот туда как-то не удалось доехать. Ну и, в общем, еще, конечно, куча городов, может быть, поменьше каких-то. Ну, естественно, Сызрань, Куйбышев, Тольятти. А, господи, по Волге-то. И Волгоград, и Астрахань. В общем, вот по Волге все города. Я несколько раз на теплоходе плавала, поэтому тоже во многих городах была. Ну, на самом деле, очень много городов. На севере, вот, пожалуй, я тоже не была. Ни в Архангельске не была. Ну, в общем, вот так. И второй вопрос. Людмила Т. говорит, очень вдохновилась вашим ведением ежедневника. Оказывается, все очень легко и просто. Осталось всего-то приучить себя его вести, но как на это найти время? Понимаете, вот я считаю, что если вам это не для вас это не суровая необходимость, ну, наверное, можно и не вести ежедневник. Если вы просто ходите на работу, на которой вам дают задания, и вы все это выполняете, и знаете, какие у вас дома дела, в общем, всегда идущие по определенному какому-то тоже списку, закону там и так далее, то, может быть, и нет необходимости это делать. Я веду ежедневник по суровой необходимости, я все забываю. Поэтому для меня это великая вещь, особенно вот с появлением такого термина, как трекер привычек, для меня это стало просто незаменимой вещью. Я приучала себя пить воду, во-первых, вовремя, во-вторых, в том количестве, в котором надо было, ну, в котором вот рекомендуют. По-прежнему я все-таки считаю, что вот эти разные как бы ответвления. Кто-то говорит, пейте столько, сколько вам надо, а кто-то говорит, что обязательно 2-2,5 литра нужно выпивать. Но я сейчас уже даже ориентируюсь не на диетологов, а на врачей, которые мне из всех кабинетов говорят, что нужно пить воду. И я вот внедряла эту привычку благодаря трекеру привычек, и он у меня, трекер, находился в ежедневнике. То есть, ну и вообще, в принципе, вот когда я работала в проектной организации, в гидропроекте, у меня тоже практически не было ежедневника, потому что, действительно, я вот приходила на работу, у меня были задания, у меня был рабочий дневник, дома я знала, что будет происходить. В общем, в принципе, только списки составляла, что нужно сделать, и все. А если у вас, вот, например, как когда я активно работала в компании Oriflame, не в компании Oriflame, а сотрудничая с компанией Oriflame, активно работала, когда у меня там 150 встреч в день в разных местах, предположим, ехать куда-то надо. Если у меня очень много звонков, тоже их нужно сделать в разное время дня, там, и очень много различных задач. Почему? Потому что я работаю сама на себя, и, соответственно, никто мне не будет давать задания. Я сама должна себе эти задания составлять. Очень много появлялось, ну, когда еще не было мобильных телефонов, очень много появлялось за день новых связей каких-то. Различные тренинги в разных, опять же, местах. Ну, в общем, запомнить это все было просто нереально. Поэтому, если просто нравится вести ежедневник, это одно. А если это суровая необходимость, это совсем другое. И когда у меня уменьшилось количество дел в разных местах, вот этих разъездов у меня сейчас нет. Конечно, у меня уменьшилось и количество записулек в этом ежедневнике. То есть каждый создает себе под
свой быт, под свою жизнь, вот эти все напоминалки. Поэтому, ну, если просто в виде хобби, пожалуйста, как бы вечерком для того, чтобы душу отвести, сели и что-то там накалякали, или какой-то цветочек приклеили. Ну, единственное, что, опять же, вот очень много, вот так же, как с водой, разные совершенно сведения, сколько нужно пить, и нужно ли пить ее вообще, заставлять себя. Вот точно так же с внедрением привычек. Почему-то очень, ну, большинство авторов пишет, что привычка вырабатывается за 21 день. И я постоянно на всех тренингах, во всех книжках это читала, и у меня это не совпадало. 21 день ты с этой привычкой работаешь, вроде как она должна была у тебя закрепиться, должна была уже развиться, и ты уже без нее жить не можешь. Ничего подобного. День прошел, второй прошел, ты этого не сделал, все, эта привычка выветрилась. И, наконец, я все-таки нашла подтверждение собственным мыслям, ничего подобного. По всем нейрофизиологическим законам привычка вырабатывается, ну, почти столько же, сколько вырабатывается привычка к ведению хозяйства и обслуживанию ребенка, когда он рождается. 3 месяца мы привыкаем к распорядку дня с ребенком, с маленьким, с бэбиком, с этим, который только что родился, с новорожденным. Вообще 100 дней – это такая волшебная, по-моему, цифра. Но для привычек, для вырабатывания привычек написано теперь 66 дней. То есть, ну, чуть больше 2 месяцев. Но вот в эту цифру я, в общем, в принципе, могу поверить. И да, действительно, закрепится привычка. Поэтому просто, если уж очень чем-то хочется заниматься, просто нужно вот эту привычку вырабатывать. Сначала, я не знаю, там, минуточку в день посвящать какому-то делу, потом 5 минуточек. Но не так, что сегодня 1 минутка, завтра 5 минуток, а послезавтра полчаса. Нет, вы вот эту вот минуточку. Или просто даже, знаете, вот намерение. Для меня очень важно, чтобы было намерение. Я говорю, если намерение есть, значит, обязательно ты этого добьешься. Например, намерение, то есть вспомнить, что я хочу вести ежедневник сегодня, завтра, послезавтра, в неделю, вот так вот повспоминать, тоже на какой-нибудь бумажке написать, вспомнить про ежедневник. Недельку вы так подумали, наконец завели какую-то тетрадочку, посидеть над ней, 5 минуточек подумать в день. Тоже неделька. То есть маленькими-маленькими такими шажками, но это с любым навыком, абсолютно с любым, можно вот так вот развивать его. Уже ночь на дворе. Я забыла вам, хотела рассказать. Я когда последний раз была в Сефоре, позавчера? Да, позавчера. Получила в подарок вот такой крем Dream Skin Christian Dior. Маленький такой тюбик, и сначала я вообще не могла его на русском языке найти, описание. Потом еле-еле-еле нашла, и думала, что это уходовый крем, но я так поняла, вот прочитала, кто как использует, потому что на самом, ну, в магазинах, в самом описании этого крема вообще ничего не написано, ну, в чем его специфика и что с ним делать. Но вот я прочитала, что люди его используют в качестве основы под макияж. И я его вот уже, получается, что-то я не поняла, как так получается. Я была... Нет, в Сефоре я была в пятницу. Вот. Значит, и получается, что уже 4 дня, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, даже сегодня 5-й день, я его использую как основу под макияж, и мне он очень понравился. Аня смеется, она говорит, что я только на эти, на обложки и на запахи реагирую. Да, он очень вкусно пахнет, и совсем немного его нужно наносить.
Он такого приятного розового цвета, когда выдавливаешь, ну, прям как мои ногти, точно. И так разносится хорошо по лицу, и мне очень понравилось, во всяком случае, лучше, чем вот я пользуюсь этими, ну, сейчас, как он, в общем, в серебряном тюбике, забыла, как эта фирма называется, но мы вам показывали. Вы лучше нас знаете, что у нас есть. Но она такая силиконовая, это основа под макияж. Они мне говорят, но она же тебе поры закрывает, а это ничего не закрывает. Я говорю, не знаю, мне кажется, и это тоже перекрывает поры. Ну, в общем, мне понравился вот этот вот тюбик. И мы посмотрели цены. Получается, что в Москве чуть ли не в 2 раза дешевле, чем здесь он стоит. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. У меня еще здесь немножко осталось. Вот, а я уже вам говорю до свидания, до завтра. От Ани большой-большой-большой привет. Ну, мы прям очень надеемся, что ну скоро-скоро, ну не завтра, послезавтра, но скоро она приедет сюда. И будем уже вместе с ней, с вами беседовать, разговаривать. И мы завтра обязательно увидимся, четверг. Обнимаем всех крепко-крепко. И желаем всем доброго утра, счастливого дня и спокойной ночи. Пока-пока.